Давайте смотрим на проблемы самоорганизации наших казаков. Вы там на своем кругу решили Люба, там человека определили, который задаст вопрос? Или вам нечего спросить? Знаете, как в известном фильме? Настоящему мужчине всегда есть что сказать. Вопрос. Давайте, кто-то от вас уполномоченный, присылайте его сюда и задавайте вопрос. Как я буду решать вопросы экономики? Вы представитель НОДА. Как мы будем решать вопросы экономики? Мы будем решать вопросы экономики великолепно. Бюджет Новосибирской области такой, консолидированный. 134 миллиарда рублей. Из них 16% это трансферты из федерального центра. Но налогов вы платите гораздо больше. Первое наше требование, чтобы 40% НДС собираем в регионах. Это не только про Новосибирск, это про Калугу, про Кострому, про что угодно. Чтобы оно оставалось там, где собирается этот НДС. То есть вы его платите. Эти деньги в товарах, за которые вы платите. Эти деньги. Следующее. Акциз. Акцизные сборы. За алкоголь, за табак, за все на свете. Этот алкоголь и табак выкуривается, выпивается здесь. Он ложится на ваше здравоохранение. Ваше здравоохранение стоит дороже. Сейчас 40% остается, 60% уходит в федералы. Мы всего лишь хотим изменить соотношение. И 60% акциза останется здесь. Налог на добычу полезных ископаемых мы не хотим 100% забрать у федералов. 50% останется здесь. Это даст дополнительно до 8 миллиардов рублей бюджету Новосибирской области. Кроме того, моя любимая тема – борьба с коррупцией. Все в два раза дороже строится. Вот если покопаться в вашем… Просто даже взять областной бюджет и то, что лежит на балансе. Какие-то поразительные вещи. У вас, например, вы знаете, что на балансе областного бюджета находится коттеджный поселок из 15 коттеджей и овощехранилища. Вот, может быть, это шубохранилище так назвали? Я пытаюсь понять, и у многих уже спросил, а кто живет в тех коттеджах, которые стоят 110 миллионов рублей, ежегодное содержание 35 миллионов рублей? Никто не знает. Никто не знает, вы же платите это все, никто не знает. Есть где сэкономить на коррупции, когда мост ваш будет строиться по цене, как в Китае, не за 17 миллиардов рублей, а за 10, вот дополнительные 7 миллиардов. Ваш новый мост, знаете, что четвертый мост у вас будет здесь строиться, знаете? Сколько он будет стоить? 24 миллиарда рублей, вроде бы как частное государственное партнерство, но уже 500 миллионов рублей выделено на проектировку. Вот Ява и заявляется о том, что он будет платный для вас. Вот даже не нужно много анализировать, чтобы понять, это все равно будет построено за бюджетные деньги. Этот мост не окупится, потому что автодор общероссийский в прошлом году получил общей прибыли 1,6 млрд при эксплуатационных затратах 1,4 млрд. То есть это просто схема не работает. И это платные дороги в Москве. Очевидно, что у вас она здесь не сработает. Но с вас со всех возьмут денег за проезд и построят снова очередной самый супердорогой мост за 25 миллиардов. Наши депутаты, ваши депутаты, будут как минимум такими, ну, сторожами бюджета. Они заставят опубликовать все сметы, они заставят все перепроверить и так далее. И я уверен, что 2-3 человека в вашей области сделают так, что дополнительные миллиарды вы получите. Уполномоченный пришел. Отлично, спасибо. Вам вопрос. Представьтесь-ка. Нет, у меня не вопрос, у меня, в принципе, как сказать. Я хотел бы напомнить просто об одном. Ну только представьтесь. Александр, Валентин. Смотрите, у вас там регламент 3 минуты, хорошо? Вы успеете сказать? Успею. Хорошо. Во-первых, хотелось бы напомнить всем, кто здесь находится, о том, что кто уходит по смене США. Вспомнили, нет? А 90-е годы вспомнили, когда продали Россию, да? И управление такое было, с помощью таких же. Помните, к чему придем? Думаете, нет? Вопрос простой. Вы знаете, я недавно сегодня был на докладе Льва Яшина, Ильи Яшина, вернее, да. Ну, не запомнил, нет, послушайте. Вот. По поводу, он назывался «Путин войны», да? Вот. Все, что там было написано человеком, который не был. Я был там. Вот. Ложь полная. И, поверьте, вопрос такого характера, а какими вы данными пользовались? Госдепа? Хорошо, спасибо большое, Александр. Во-первых, я должен упомянуть, что обратите внимание, что НОД — это стильные люди в темных очках. Спасибо большое за ваш вопрос. На самом деле, а вы как вы представляете?